Приветствую, дорогие мои. Коротенький видосик сегодня. Скажите, пожалуйста, как по-вашему будет рычать? А пока вы думаете, я покажу вам видосик, из-за которого я решил сделать это видео. Отложим пока снова Snarl. Для большинства людей рычать — это roar. И если вы никогда не слышали этого слова, то его можно услышать здесь. Слово roar обозначает рычание льва или другого большого хищника, оно громкое и раскатистое. Снова snarl обозначает рычание сквозь зубы, как у собаки. У нас есть еще один глагол, который обозначает подобное рычание, это growl. I'm going to talk about why your dog growls and what you can do about it. В чем же разница между этими двумя словами? Вот отличное описание, которое я нашел. Его еще одно я выложил отдельным постом, чтобы вы смогли самостоятельно его перевести. На сегодня все. Детерминизм.